Всем привет, это вторая серия, игра Little Nightmares 2, у микрофона, как всегда, Фил. Многие писали в комментариях, что Фил, давай эту игру на стриме, и я даже согласился, но выходные получились насыщенные на события, поэтому постримить не получилось, увы. Поэтому эту часть я запишу с вебочкой. Поехали. Ага, сидим, скучаем, да? Рота, подъем! Так, каким я играю? Ага, вот, все, понял. Сейчас еще немного привыкну к управлению, вернее, вспомню его. В общем, высоко, да? В комментариях написали, что это девочка. Шестая, да? Если я правильно помню. А ну. Ого. Ух ты. А тут, наверное, она сейчас поднимет или что будет? Так. Может, поможешь? А, даже так. Ничего себе. А ну. Вы серьезно? Я прыгнул правильно. Ай, блин, опять по новой. Давай быстрее. Я нормально прыгнул, на самом деле. Не знаю, я не согласен. Давай. Бай. Отпускай. Ну вот, все, я вдоль забора, правильно? Погнали. Что ж ты будешь делать? Да игра насилует меня. Хорошо. Все, Бог любит троицу, сейчас все, на третий раз точно все получится, давай. Так, вымерили забор. Shift, бежим. Да сейчас. Я не сдамся так просто. Просто не надо бежать прям вдоль этого забора. В общем, там явно что-то с коллизией не так. Давай уже, прыгай. Ну блин, вот же глазик сохранения идет. Почему я потом переигрываю? Ну, прыжок. Игра? Как дела, игра? Да, короче, понятно. Кнопку мыши нужно было нажать. Пойдем. Что у нас на этот раз? Так, о, что, дед, что ли, тут? Ну да. Красавчик. Да беги уже давай. Короче, чую, сейчас тебя застрелят. Не? Ну, что ты не лезешь? Я понял. Эту игру, походу, прям с ходаря пройти...
Не стоит. Я в принципе думал, что там, не знаю, за пару серий справлюсь. В смысле, в этот раз нас убили, блин, вообще быстрее. Так. Я вот тут одно понял, что мне действительно по-хорошему нужно... А, даже так. Ну я понял, тут же все заскриптовано. Я-то думал, он влево стреляет, ну в ящик, и нормально, если я справа, то все хорошо. Но нет. Ну нет, так нет. Ради бога. И тут у нас кто на скриптах? Давай, стреляй. Ё-ма. Ой. Блин. Всё, погнали. Я не обратил внимания, что там дырка. Экшон. Ну. Оу, жижа-ка жижа. А, сюда надо. Где вы, маленькие негодяи? Странно, что мы с ним опять встретились. Потому что он остался слева, мы убежали направо. Ну и что делать? Надеюсь, он сейчас не умрет. А, понятно, задыхаться он умеет. Он не запрыгнет. А, стоп. Мне подсказывает, что мы такие. О! И поплыли. Кажется, я начинаю немного понимать механики в этой игре. Ждем нашу девочку. Сердечко, как мило. Это намек, да? Сама? Или помочь надо? Но у меня не прыгает персонаж. А, о, есть. Это наше укрытие, да? А у деда сколько патронов? Я бы посчитал на самом деле. Как он там вообще увидел? Что вот это вот начинаете? Оп, и повернулся, да? Я же за ящиком был, не? Ладно. Если мы вот так пойдем, вороны полетят. А, вон оно. А, нет, все равно полетели. Ну, вот. Беги, беги. Оп, садимся.
Подбежим. О, тут тоже есть ружье, ничего себе. Что, мы сейчас деда застрелим? Я только не знаю, что делать. Ага. Все, минус дед. Первый босс повержен, да? А, блин, камеру же нельзя повернуть. Как дела у деда там? Ну, мы об этом уже не узнаем. Разве что вот так стрелочками, но нам это не поможет. Ладно. Погнали дальше. Мы будем плыть. Угу. А куда? Мне вообще нравится философия этой игры. То, куда, зачем, забей. Можно бежать, значит нужно бежать. Если сюда можно залезть, залезь сюда, братан. Да, если на стене ружье, значит оно должно выстрелить. Тут можно плыть, поплыли. Куда плыть, сколько плыть. Может, вам еды банально не хватит. Эта игра подобные вопросы не задает. Телевизор. Внезапно. И еще телевизор. Мне кажется, настоящие телевизоры не плавают. Хотя, блин, я не проверял. А есть у нас кто разбирается в подобном вопросе? Плавают ли телевизоры с кинескопом? Просто кинескоп — это тяжелая штука. С другой стороны, у него деревянный корпус, и внутри ж вроде как кинескопа, ну вроде как там вакуум. Уже не знаю. Какая в итоге плавучесть? Город. Напоминает сцену из фильма «Начало» с Ди Каприо, где был их город, на который они потом подзабили, ну из-за того, что так как их там нет, он начал разрушаться, и там тоже так вода подступила. А, что-то я туплю. Ну, очень... Опа, еще будут. Нас трое, что в итоге у нас целый детский сад будет. А ну, пойдем. Если это шестая... Это что, глюк? Да, это был глюк. Ладно. Но я очень рад, что мы выбрались из леса, потому что сам сеттинг леса начал уже утомлять. А тут даже какое-то пространство дали. Прям. А, ну ненадолго, да? Ну, как минимум, мы разбавили однообразие, и за это уже спасибо. Поехали.
Ну, нам в это окошко. Не понял. Ага. В этот раз он решил залезть. Сеттинг вот этот вообще как из мафии. То, что вот это Definitive Edition, или как она там правильно называется, проходили. Так, ну пока это просто какой-то раннер. Ну, вот тут уже надо подсаживать, думаю. Загадки пошли. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Подтолкнуть можно, интересно. Да, только я не знаю, как я тебе могу помочь пока. Может, мне не надо было слазить? Сейчас, значит, что мы делаем? Мы залазим. Мы пробуем уцепиться. Если ничего не получится, то, ну, не получилось. Ух ты. Ага, так. Вроде становится понятно. Ай, блин. Так, давайте еще разочек. Давай. О. Пока ничего не понятно, но, естественно, очень интересно. Понятно, недостаточно. И опять заново, в общем. Не, ну если мы будем сравнивать с тем же Марио, то там вообще как бы 3 жизни и давай заново переигрывать. Боже мой. А я думал, это... Ну что, вот только что зацепилось. Или зацепился, кто ты там вообще. Начинаем то же самое. То есть надо сильнее раскачиваться, правильно? Как-то не особо, если честно, и раскачивается. По-моему, это максимум амплитуда, нет? Ну да. Ну, давай попробуем. О, ура. Да, идти же все равно непонятно. Что бы это ни значило. Замечательно, вот мы и встретились. Только не совсем понятно, куда дальше нам. Ага, зовет, хорошо. Все как тот раз, да? Понятненько. И опа, в этот раз-то я знаю, что надо мышку нажимать. Так. Идем наверх. Ну, нам, конечно же, сюда. Все, я думаю, с этой загадкой мы справились. Так. Опа, зомбоящик. Родителям это показать. Они не верят, я же говорю, это зомбоящик. Может, как-то выключить его можно или просто пройти надо. Камера упорно не хочет уходить.
Судя по всему... да, судя по всему, туда, наверное, надо идти. Magic. Так, и что? Ничего не понял, ну... Ага. А вот это было в начале. Что, мы снова сами? Вот это технология, вы все, VR, он, смотрите, ламповый телек на что способен. Там в смысле ты не можешь? Вот. Что ты можешь? А глазика, значит, это сохранение. Тут мы не пройдем, понятненько. Не. Что будет? Пойдем. Эту загадку мы тоже разгадали. А почему я сам? Я решил, мне надо будет бросить просто мячик там. Пинать его умеешь? А, нет, не особо ты его это и пинаешь. А вот еще один, кстати, мячик. Ну, я просто думал, что мы должны там как-то себя подбросить. Походу, не тот случай, да? А, стой, тебе надо дать залезть? Ну, давай. В чем прикол? Ну, тут бы для начала просто понять, куда нам... Он глазик нарисован. О, сюда тоже можно залезть. Просто в Half-Life это были места с лутом. И у тебя... Ну-ну-ну. Опа, а это что за аномалия такая? Ну это намек, да, что туда можно залезть. Чё? То есть ты можешь, я нет?
Ладно, побегаем еще, потупим. Зачем ты туда залазила? Туда тоже умеет залазить. Это же неспроста. Ух ты. Как может тут это окошко открыто? Просто даже не понимаю, куда мне. Что, можно упасть туда? Не. Да, ты уже не цепляешься, да? Непонятно. Сюда мы пришли. О. Ты не хочешь полезть? О. Зачем тогда та вся локация была нужна нам? Непонятно. Что-то дымит. Ну, это школа, очевидно. Угу. Ну, рубильник, конечно же, нам надо включить. То есть выключить. И светятся глаза. Кстати, наконец-то камера у нас не только 2D. Вправо-влево. Теперь можно и углубляться. Что там? Не знаю, зачем. Но раз он лежит, значит его надо взять. Ух ты. Так. Что, просто с собой взять и все? Ну-ка. Давай я что-то возьму, наверное, тогда раз. Бери. Не хочет он брать. Опа. А это можно брать? Нет, да. Просто декор, ясно. Ну, я тогда возьму все-таки этот мячик. Пойдем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Оп. Заходим. Не знаю, зачем нам мячик. Но знаю, все как-то сложнее становится. А ну. Что-то не помогает ничего. Мне кажется, ну да, да, там точно проход. Вопрос, как бы нам это все докинуть, он не может. Ну, как-то маловато будет, да? А ну. Ты этим посильнее кидаешься. О, хорош. Или это двинуть? Ну, что дальше делать? Ну, в общем, это выход. Посотка.
Блин. О, отлично. Ура. Ура. Да-да-да, давай. О. Снова туннель, куда же без него. Игра, видно, что чередуется. Нам дают что-то узкое, темное, потом светлое, что-то большое. Сейчас опять туннель. Явно потянуть, не. Вам помогай. О. Тоже из смешного, если где-то что-то потянуть тяжелое отпустить, герой постоянно падает. Ну, то есть мы же не можем в нужный момент отпустить так, чтобы не свалиться. Или вот сейчас тянули, перестать тянуть уже, ну когда видно, что уже решетка тут. Новый скример. Ну, судя по всему, все здоровое, живое, что нас видит, хочет сразу нас убить, поэтому... Слушайте, ну, конечно, вот подобными поворотами игра, конечно... Тут, наверное, сейчас это успокоится. Дать маленькому герою по щам, как это делали, вернее, делал мальчик в один дома с грабителями. Ну, а ну, просто перелезть и все. Опа. Или таки детский сад у нас будет в конце игры. Лезь ты уже, ну что ты. Ух ты, ё-моё. Подписка. Так, сейчас. Забавно, что они вдвоем сразу подписались. У меня просто ОБС-ка в режиме. Тихо, так, втекаем. Слушайте, а прям... Прям тут страшно и неожиданно. Какие-то ловушки, то есть тоже у нас кто-то есть. О, да-да-да. Только так и не понял, вот... Что, надо подойти, может, к нему? Ну давай познакомимся. Кто ты, чей ты? Это тоже была ловушка, возможно, он же их расставляет. Либо сейчас вот так, оп, оп. Либо давайте оставим интригу все-таки на следующую серию. Я бы, наверное, вот так сделал. Сейчас тут будет явно ловушка. Слушайте, в общем, давайте продолжим на следующей серии. И, ну, возможно, все-таки будем на стриме ее проходить. Неожиданная игра. Она вот то дает заскучать, то вот наоборот какие-то такие моменты, что прям я рад, что как бы я в нее играю. И я, наверное, понимаю, почему у нее вот такие высокие оценки. Потому что ты уже только ничего уже от нее не ждешь, как тут она бац. Ну, а на этом мы закончим эту серию. В общем, пока-пока.